Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит, это 16-я серия моего прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы домучили с вами национальные чемпионаты, как я уже говорил, скучнейшее действо, машин не дают, да еще этот Lotus меня выбесил. Ну ладно, эта серия будет интересней, займемся мы в этой серии зарабатыванием крупных бабок. И поможет нам в этом наш монстрик. Снова прибегаем к его помощи. Палочка-выручалочка. И пойдем мы сейчас проходить чемпионат турбовых машин. А наш монстрик, он с турбинкой. Это я точно знаю. По характерному свисту, который он издает. Вот, и, ну, в общем, серьезные дела нас ждут, ребята. Серьезные дела. Это уже не хухры-мухры. Тут, по идее, должны быть соперники серьезные. Придется попыхтеть. Даже думаю, но что-то как-то, смотрите-ка. Наша формула с ними и здесь расправляется на раз-два. Просто я поражаюсь этой машине. Она просто громит всех. Пока еще не найден по ее зубам. Ну, точнее, не по ее зубам, а не по ее зубам чемпионат. Везде она нас выручает, везде на голову сильнее соперников, и вот здесь. Я думал, если честно, что здесь будут выступать уже машины гоночные, так как вы сами видели, там ограничения вообще нету. Там написано free, то есть свободный вход. Ну, соответственно, я и думал, что здесь по максимуму. Ну, видимо, ошибся. Не так все страшно. Ну, тем лучше, без каких-либо потерь, значит, мы выиграем. Это награда мне за потерянные нервные клетки в прошлых чемпионатах. Здесь я буду свое удовольствие просто катить. И все. Кстати, вот ночной R5, вот эти вот фонари, которые горят, не помню уже, кто-то из подписчиков говорил, что ему эти фонари больше нравятся, и что якобы в первой части свет от фонарей лупил в глаза. Ну, по мне так, как-то мне меньше здесь нравится, вот как реализован этот свет, там он как-то был немножко красивее сделан. Не помню, может быть, он там что-то как-то и бил в глаза, но я на себе этого не ощущал. Я чисто имею в виду визуальную составляющую, что там он так как-то по рассеянней был реализован, покрасивее. Здесь какие-то шары, вот эти одуванчики на ножках стоят. Не очень это все похоже на свет. Вот. Тем не менее, хоть так дореализовано. Да, оторвались мы уже очень прилично от соперничков. Они где-то там между собой плетутся, хвостики у нас. Здесь уже и призовые... Ох ты, ничего себе! Вот это, да, напоследок. Но благо мы оторвались от них на целую вечность. И это ничего нам плохого не сулит. Призовые, да, здесь уже серьезные очень. И машины должны давать, конечно, уже гораздо серьезней. Майнс, Минизма.
Да, ну красавец, красавец. Выручает нас буквально. Да, вот, полтинник. Ну просто в карман рассыпался. Отлично. Новая машина. Как я соскучился по этой надписи. А вы, ребята, ну просто... Наконец-то, наконец-то. Снова машины, снова гараж. Сейчас будет ломиться просто от машин разного рода. Ох ты! Помню я эту дреговскую штукенцию. Очень, кстати, нам ее дали. Следующая гонка здесь на тест-курсе. Ну, это самая скоростная трасса в игре. Естественно. И вот дали этот дрегстер. И давайте-ка мы его немножечко настроим. Вот вы хотели видеть, как я настраиваю машину? Вот получите, что называется. Сейчас мы будем копошиться в его коробке передач, потому что я еще помню с тех времен, когда проходил его на своей первой Соньке, что этот агрегат очень мощный, но у него коробка настроена очень коротко. Ну, то есть он дреговский, поэтому ему чисто разгон нужен. На последней передаче у него как бы... Ну, в общем, максималку он выдает слабенькую, поэтому надо передачки подрастянуть, можно прижимную силу также убрать, она тут совершенно ни к чему. Вот, и печалит меня лишь только одно, что в первых двух частях Gran Turismo тест-курс очень короток, всего лишь 4 километра. Это никуда не годится, конечно. Вот. В четвертой части тест-курс стал 10-километровым, вот это по-нашему. А в пятой части и шестой так вообще добавили там 36-километровую трассу. Это просто шикарно. Это вот чисто тестить на максималку мощные болиды. Раздолье просто. Еще бы прямую добавили километров 50. И вообще было бы шикарно. Вот, видите, стоит он как вкопанный, он абсолютно не поворачивает, ну ему и не надо. У него задача просто лупить. Вы смотрите, какая скорость! Мы сейчас взлетим, а как он ревет! Ну просто классно, блин. Все-таки хорошо, что мы пошли сегодня в этот чемпионат. Это старые добрые суперболиды. Это вот одни из самых мощных машин. Вот это вот именно по лошадиным силам она, наверное, даже самая мощная. Еще точно знаю, что есть точно такой же дреговский 180SX в такой же прям раскраске. Вот не помню, такой же он или чуть мощнее вот этого Sky. Но это вот самые мощные болиды дреговские. Как он рычит, а? Как мы разогнались, ну просто красавец. Я аж прям балдею. Отлично. Великолепная машина. Ну, именно для вот этого чемпионата. Она больше вообще нигде не годится. То есть она тупо для того, чтобы на ней гонять по прямой. Никакой у нее поворачиваемости, она просто как утюг. Но здесь это нам от нее и нужно. Вот это ее утюжность, она идет как по рельсам, даже в этом профилированном повороте. Отлично. Просто прекрасно. Того и гляди, просто вот взлетит сейчас. А если бы мы ее не качнули, точнее, не настроили, она бы там шла у нас, может, 320 от силы. И нас бы тут все делали, кому не лень. Так, ну вот и все. Не прошло, как говорится, и 3 минут даже. Ух ты, Lancer Evolution 5. От Майнца пришел второй. Вот это да, тоже прокачан не слабо. И настроен, кстати говоря. Потому что Майнцы, я помню, они тоже такие, они мощные. Тачки вот из-под ателье Майнца дают здесь. И они мощные, но тоже очень коротко настроены у них коробки передач.
никуда не годится. Значит, здесь все-таки машины соперников тоже имеют некую настройку. Вот. Выиграли мы очередную гонку. Вот эта гонка, кстати, она хороша для фарма денег. Тоже. Хороша для фарма. За нее... Так, что же за нее дадут? Как бы не спит 12 за нее давали. Ага, нет, за нее дали нам... Ну, что-то, по-моему, это какой-то косяк. Две одинаковых машины за две трассы. Хотя, может быть, тут как бы есть список какой-то машин и работает рандом. Ну, в общем, нам ни к чему, как я уже сказал, ни тот, ни другой дрек. Тем более, что они абсолютно одинаковые. Продаем. Смотрите, сколько у нас денег. Наконец-то, наконец-то. Мы не нищеброды. У меня просто уже с миру по нитке собирать. Скоро бы уже пошли бы, я не знаю, в переход в подземный. И с протянутой... С протянутым шлемом, короче. Чтоб нам туда что-нибудь накидали. Так, ну снова... Наш R30. Трасса Deep Forest. Сейчас посмотрим. Ну, по идее, ну, не знаю, тоже, наверное, не должно быть. Ого, смотрите, что-то упылило уже со старта, как. Что ж там такое? Уехало. Непонятно, непонятно, что-то. Пыли. Лансер. По-моему, Лансер это. Ну, что-то он прямо так идет. Зверски хорошо. Что, неужели появился соперник для нашей бестии? Достойный соперник. Смотрите, как он хорошо идет. Да, точно Лансер. Пятерочка. Тоже Майнс. Вот, кстати, этот же Лансер, он пришел у нас вторым. Что там, вклинила рулевуху у меня тут. Прям, ну, ребята, ну, что вы это самое? Порадуйтесь пока. Конечно. Неудачи сильного соперника. О, вылетел. Классно. Вот, видите, тут даже ошибаются боты. Не справляются с торможением. Вылетел вот. R34, вот еще один вылет. Ну, как классно, а. Что-то, по-моему, аж целых 3 Sky. Это Supra у нас. Тоже Томс, наверное. Такие здесь турбовые тачки все от тюнинговых ателье выступают. Не просто заводские, а именно прокачанные. Затюненные в специальных фирмах. Так, ну вот мы и снова позади Лансера. Универсальная машина, надо сказать. Ничего себе, он на тест-курсе пришел второй. И сейчас здесь благополучно лидировал. Сейчас тоже идет позади нас. Оторвался от всех, молодец. Мои похвалы. Да, ребят, тут еще именно про вторую часть сейчас скажу. Еще такую вещь, что, по-моему, я уже об этом говорил, но повторюсь, я ее проходил в детстве всего лишь один раз полностью. Ну, также мы с Лехой ее проходили, что-то он проходил, какие-то чемпионаты, какие-то я. И поэтому я ее, ну, и сама игра-то гораздо больше, насыщеннее. И так как всего один раз ее проходил, я ее гораздо меньше знаю и меньше как бы, ну, заготовок, что ли, каких-то у меня в голове, какой чемпионат на какой машине проходить, поэтому тут больше рандом какой-то у меня. То есть вот что захотелось, что в голову взбрело, то как бы и взял, купил там, на том и поехал. Поэтому из-за этого бывают, конечно, накладки.
Но ничего страшного, это тоже такое создает свой эффект неожиданности какой-то. Иногда бывает не очень приятный. Ага, вот нам и дали этот Mainz R33. Прокачанный, мощный. 600 лошадей. Кстати, он может нам пригодиться в чемпионате четырехвидовых машин. Ну, посмотрим. Так, что у нас можно дальше пройти? Потому что турбовый чемпионат у нас закончен. Ага, вот, собственно, четырехвидовый чемпионат. Главное, две первых 300 лошадей, потом аж сразу 690. Давайте для него как раз вот сейчас какую-нибудь машину новую купим. Я чем-то хочу на Audi. Вообще, я бы вот на этой поехал. Блин, красавица, конечно. TTLM Edition. Но так как сейчас денег маловато у нас еще, давайте ТТ-шку обычную купим. Вот. И качнем ее, и на ней прокатимся в четырехудовом чемпионате. Я, если честно, думал, что она помощнее. Ну, даже в стоке. Ну ничего, сейчас мы ее качнем. Благо, я помню, она так довольно-таки неплохо раскачивается. Ну, нам сильно и не надо, нам там 300 плюс лошадей, и будет достаточно для первых гонок. Ну вот, вторая стадия, и в принципе, и все, наверное, на этом. Да, ну так как увеличилась мощность, скорость будет больше, надо обязательно купить тормоза спортивные. Ну, наверное, покрышки еще, да, можно облегчить ее еще. Шиканем, так как есть деньги, давайте-ка софтик возьмем. Еще нам бабок море сейчас. Будем сорить ими. Даже две стадии. Купим облегчение. Хотя она и так не слишком уж и тяжелая. Ну, что такая симпатичная вот в гоночной раскраске. Коробку передач полностью настраиваем. Ну, настраивать, я думаю, нам там ничего не придется. Да, приятно, когда куча денег, прям не смотришь, сколько ж там осталось, просто то, что надо, то и берешь. Так, ну что, поедем. Поедем. Первая трасса у нас короткий вариант Сиэтла. Блин, вот единственная трасса вроде, ну как легкая считается, да, короткий вариант. Ну, не знаю я ее, не знаю. Очень редко она попадается, поэтому на ней даже больше проблем обычно, чем на длинном варианте ее. Кто у нас тут? Лансер третий. Еще один Лансер. Ой, там Целика и, по-моему, Пульсар. Ну, не особо сильные соперники. Ой, какая она верткая. Ничего себе, не ожидал. Вот у нее, кстати, может, менее ярко выраженный, но тоже вот симптом вот этого Лотуса, блин, Элайза. У меня сейчас глаз нервно дергаться начнет. Благо, хоть она управляется получше, но тоже ей не хватает прижима явно сзади.
Ай-я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 й. Ну вот. Вылезли. Вот какие наглецы, а? Прям прут, как тараканы со всех щелей. Ух, как было близко. Вот единственное, не пойму, что вот это впереди за хэтчбэк такой маленький. Интересно. Ну, куда лезете-то, ребятушки? Вам по сценарию не положено выигрывать. Кто ж у меня сейчас опять бомбить начнет? Могу и джойстик расколошматить. Короткий, да, вот вариант трассы такой, чисто одни эти 90-градусные повороты здесь. Прямых вообще нету. Картодром. Так, ну, тем не менее, благополучно выиграли. Nissan Sunny это. Или Mazda GTR была. Nissan Sunny. Маленький. Ну вот, такие мелкие суммы после полтинника так вообще не смотрится. Но тем не менее, машину все равно дали. О! Четырехвыдовая Legacy, Wagon, универсал, отлично, отлично. Вот я говорю, хорошо, когда дают машины, а еще и дают их как бы на, ну, с запасом, на будущее. Мы на этой Legacy проедем чемпионат универсалов, если что. Так, следующие гонки там... мощность ограничения возрастает. И давайте-ка нашу ТТшку еще немножко качнем. Да, чтобы выглядеть на уровне. Да, кстати, еще что-то у меня случилось, сам не знаю почему, много пытался настраивать. Ну, вы, наверное, заметили, что звук как бы в ускоренном темпе идет, музыка вот, именно в менюшках. Я потратил час, наверное, пытался настроить эмулятор, ничего не трогал, хотя вот с прошлой серии абсолютно все так же, все те же настройки, но вот... почему-то сбилась вот именно скорость воспроизведения музыки в меню. Так оно не влияет ни на что, скорость игры не изменилась. Ну, вы сами видите, что все гладко идет. Но вот музыка в меню почему-то ускорилась. Так я и не смог устранить эту проблему. Ну, думаю, это не так уж сильно... Да вообще, в общем-то, это не раздражает. Вот, так что придется. Потом я так подумал и понял, что это, скорее всего, случилось после обновления драйверов видеокарты. Вышли новые драйвера, я их поставил. Ну, потому что я... Ой-ой-ой, заговорился. Блин, вертануло. Вальсануло. Потому что, ну, действительно, я ничего не менял ни в настройках эмулятора, ни в настройках программы записи Open Broadcaster. А вот что-то так изменилось, поэтому, ну, я грешу на драйвера. Откатывать я их тоже не стал. В общем, думаю, это не такая большая проблема, так что... Справимся с этим. Просто пленку в магнитоле чуть-чуть заживала.
Но вот даже то, что купил подвеску ему гоночную, да, получше чуть-чуть стало, он так, инертность некоторая у него исчезла, чуть-чуть порезвее стал реагировать, но все равно есть избыточная поворачиваемость за счет того, что на заднем мосту не хватает прижимной силы. Ну ничего, разживемся большими деньгами, надо будет обязательно Audi TTLM Edition купить, спешл модель. Очень классный аппаратик, хоть он и не очень мощный, вот он примерно как ФТОшка в первой части. Да что ты будешь делать, а еще говорят, снаряд не попадает в одну и ту же воронку. В одном и том же, блин, повороте. Два раза развернуло. Ну это я интригу создаю. Ничего, время еще есть отыграться. Так вот, LM Edition TT, она, я говорю, такая универсальная. Тоже, кстати, ВДовый аппарат, как и ФТОха. И такая довольно юркая машинка и универсальная довольно-таки. То есть она может сражаться с гораздо более мощными по отношению к себе машинами и побеждать. Impreza RX, Legacy Sedan. Ну, здесь хоть разнообразные машины участвуют. Это радует. Так, ну что нам? В четырехвыдовом чемпионате дадут четырехвыдовую машину? Еще одну. Ох ты, Nismo 400R. Вот, кстати, ребята, вот такой Nismo 400R и дают за лицензию iInternational в Gran Turismo. В первой части Gran Turismo. Блин, красавец. Хорошо. А здесь его, видите, можно заработать уже просто в чемпионате. Так, ну что же. Давайте, раз не можем его пока заработать в первой части Gran Turismo, у нас его нету, давайте на нем все-таки прокатимся. Сейчас качнем его, благо деньги есть. Ограничение по лошадям там довольно мощное, поэтому можно... Есть куда развернуться. Думаю, у него и турбина должна быть. Да, у него все четыре стадии. Нормально. 568 лошадей. Чё там, деньги есть, купим сразу самую мощную. О, уже больше 600, отлично. Класс. Давно таких машин не было в нашем распоряжении. Да, собственно, здесь во второй части еще и не было ни одной такой настолько мощной машины. Вот я не помню, точнее, как не помню. Плохо, когда не знал, да еще и забыл, да. Я и не знаю, прокачивается ли настолько в первой части Nismo 400R, так как у меня его там ни разу не было. Ну, надеюсь, что да. Потому что, надеюсь, не будет так, как с концепт-каром, что ничего на него нету. На Nismo 400R имею в виду. Первой части. Здесь он, конечно, великолепно качается и ну, классная машина, бесспорно.
Так, это, если честно, даже не знаю, что это такое. Ладно, не будем это покупать. Пойдем по старому пути. Карданный вал. Уголь пластиковый, ничего себе. Да, ну бабок, конечно, мы в него вкинули. Блин, почти 200 тысяч. Вот так вот. Просто на ветер. 200 тысяч и все. Ну хорошо, когда есть деньги. Да, собственно, вторая часть еще и, конечно, гораздо сильнее затянется по прохождению, чем первая. Первая у нас с вами в 20 серий уместилась, и то там серия была одна, так, уже ничего особо не проходили, дополнительные материалы, ну, машины зарабатывали там, да и все. Это уже 16-я серия, да, думаю... Это будет прохождение второй части раза в два длиннее, если не больше. И знаете, я решил, наверное, все-таки отказаться от прохождения чемпионатов заводских. Потому что, ну, их очень много, а толку от них, ну, практически никакого. Денег там дают очень мало, машин вообще не дают за них, ни за один. Поэтому это... Такая пустая трата времени, практически бесполезная. А надо куча машин покупать еще под каждый этот чемпионат. То есть, вообще это нововведение вот во второй части довольно спорное. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Можете, конечно же, написать свое мнение в комментариях. Но мне оно не нравится. Мне оно не пришлось по душе. Потому что это такой, знаете, искусственный способ заставить игрока купить вот больше машин. В общем, такой довольно дешевый способ. То, что чемпионаты... Единственное, в них классная задумка, то, что там рандом есть. То есть, они довольно сложные. Но смысл в этой сложности вообще отсутствует. Он... Почему они такие сделаны сложные? Ну, давали бы тогда там какие-то... Хорошие призы, машины бы хотя бы давали. А так, за небольшую сумму приходится, ну, довольно сильно иногда попотеть, чтобы там выиграть. А плюса в этом абсолютно практически никакого нету. То есть просто меня, грубо говоря, заставляют купить машину очередную, чтобы я прошел этот маленький чемпионатик и вообще забыл про нее и тут же ее выбросил. Если я сам захочу, я все равно куплю эту машину, потому что автопарк здесь громадный, и мне чисто да, с житейской точки зрения, да, может быть интересно поуправлять даже какой-нибудь малолитражкой, там, которая вот там или у меня есть, да, или у соседа там, или где-то я в городе увидел. Но вот так вот заставлять, не знаю, мне не нравится, в общем. Мне не нравится это нововведение. Опять же, не знаю, есть ли оно в третьей части. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что его не будет. В пятой, шестой части это убрали, и слава богу. Ну, я так считаю. Напишите вы в комментариях, как вам кажется. Может, сейчас, я не знаю, вы все кинетесь меня отговаривать и говорить, нет, нет, пройди, Скудер, пройди их все. Мы так жаждали, чтобы ты прошел все эти заводские чемпионаты, а ты тут отказываешься. Но пока вот так я решил. Ну что, нам дали еще один Майнц. Нас буквально засыпают. Видимо, спонсор этого чемпионата было тюнинговое ателье Майнц. Потому что уже какая вторая машина у нас, второй Sky. Давайте на этом завершим эту серию. Спасибо огромное, что смотрите мои прохождения, что комментируете, что ставите лайки. Это мне очень приятно и важно. Я уже об этом говорил и не устаю об этом повторять. Спасибо вам огромное. Ну что же, подписывайтесь, продолжайте комментировать, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось.
С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующей серии. Всем пока и удачи!